На день рождения Мишутки Максима Лиза пригласила самых близких. Ее мама и подруга Аня – те люди, кому Лиза действительно хочет улыбаться. Это несмотря на то, что девочка постоянно испытывает сильную боль. Таких детей, как Лиза, называют бабочками, хотя речь здесь идет вовсе не о красоте. Практически все тело девочки забинтовано. Это единственная возможность хоть как-то защитить очень тонкую и хрупкую кожу, состояние которой с течением времени только усугубляется. Булезный эпидермолиз – врожденное и пока неизлечимое заболевание. У Лизы, к несчастью, осложненная форма. Поражены не только кожный покров, но еще пищевод и слизистая глаз. Совсем убрать их раны, невозможно, потому что это следствие заболевания. Мы их закрываем, одни лечим, другие они спонтанно выходят, потому что малое количество коллагена в слоях подкожного слои, они между собой не держатся просто. И вот эти спонтанные пузыри или образование там эрозии, то есть они могут просто сами по себе даже выходить. Ирина Каманова не только мама, но и главный доктор Лизы. Никто из врачей так и не смог дать ей в свое время грамотную консультацию. Я иду на прием к врачу получить что-то, какую-то рекомендацию, что мне делать, да? Но ответ, я ничего не получала, а наоборот, с меня спрашивали, что вы делаете, да? Ты начинаешь перечислять, что ты делаешь, ну, в принципе, все так и остается, делаете. Важным событием в этой семье стала поездка Лизы в Германию год назад. Там, в специальной клинике, существующей полностью при поддержке государства, родители деток, бабочек учат, как правильно осуществлять перевязки и какими средствами пользоваться. Там же Ирина Каманова узнала и о дорогостоящих губках, которые не прилипают к коже. Они Лизе требуются ежедневно. Мы их купить не сможем в полном объеме, как одноразовое потребление. То есть у нас идет вторичного использования. А в Германии, конечно, они не представляют, что такое может быть вторичное использование тех же самых обычных бинтов. Необычных, которые нужны, там эластичные. У них все одноразовое. Мир не без добрых людей. Лизе, конечно, уже помогали приобрести медикаменты и благотворительные фонды, и частные лица. Но эти поддержки были разовыми, а помощь нужна постоянно. Сумма внушительная. Если говорить только о одних губках, около 200 тысяч с лишним в месяц их надо, то что говорить вообще о полной перевязке. То есть это бинтов плюс там 1020 с лишним мазей. Государство поддерживать финансово родителей Лизы тоже оказывается не в состоянии. 1200 по уходу за ребенком и 7000 рублей за инвалидность. Это вся сумма, которую получает мама Лизы ежемесячно. Удивительно, но совсем недавно, в декабре прошлого года, булезный эпидермолиз еще только внесли в список редких, или как их называют, орфанных заболеваний. Но даже в этом случае полностью обеспечить все финансовые затраты, необходимые в лечении ребенка, с таким заболеванием государство пока не может. Позиция Министерства здравоохранения такова, что обеспечение лекарствами больных орфанными заболеваниями зачастую высокозатратное, поэтому рассматривается возможность предоставления федеральных субсидий. В Ивановской области помощь детям этой категории осуществляется за счет средств федерального бюджета. Значительный вклад вносят общественные организации и фонды. Но благотворительные фонды сами определяют, какому ребенку оказывать помощь. Маме Лизы остается ждать и надеяться. У себя в Приволжске она оставляет в магазине вот такую коробку. Деньги хоть и небольшие, но кладут сюда ежедневно. Мы надеемся, что у нее все будет хорошо. Вот рады за нее, что хоть частичка нашего вклада, души, сердца, вот к ней доходит это все. Даже девочки вот приходят, покупают мороженку, и то вот у них остается рублей. Это Лизоньки, можем положим. Лиза очень любит желтый цвет, потому что это цвет солнца. Она хочет проводить время так же, как и все дети, и никогда не показывает свою слабость. Когда я видела, как вот эту Иру перебинтовывают, у меня, конечно, такой был шок. Но ее, конечно, жалко. Но она не сдается, она сильная, да? Она терпит. Но ей очень больно. В этом году Лиза Каманова собирается пойти в школу. Говорит, что ей очень нравится читать. Но, к сожалению, только сухие цифры могут помочь сейчас этому ребенку. Если вы готовы оказать помощь и поддержку семье Камановых, вы можете связаться с ними по телефону 8 915 842 32 53.
Нина Сардейская, Артем Алиев, РТВ Иваново.